Всем привет, ребят, и сегодня мы с Элвином решили перенести шоу «Лузер» в Майнкрафт. Мы надеемся, вам понравится, а о правилах этого шоу вы узнаете уже в видео. Приятного просмотра. Пс, я хотел бы тебе рассказать о группе команды «Гарикс». Там чувак делает на заказ крутое оформление, арты и многое другое. Обязательно загляни, ссылка в описании. Итак, ребят, вот мы подготовили несколько испытаний, и первое из них это то, что я за одну минуту должен успеть открыть все эти двери, а Элвин потом должен успеть их закрыть за одну минуту. Ну чё, давай, погнали? Тут пожар, короче, в лесу. Нормально, нормально, иди сюда. Давай. Давай. Я запускаю секундомер, сейчас вы его увидите на экране. Так, погнали. Раз, два, три. Ой, погнали. Я чуть-чуть времени потерял, что... Чтобы... Так, сколько тут дверей? А вот тут двери открытые были, но я их открою и закрою, типа, ладно. А, кстати, а мы даже не поняли, сколько у нас дверей тут наставлено, и их засчитали. Здесь очень много дверей, и что-то вообще ребусы такие сложные. Ты мне говори, там много дверей осталось или нет? Ну, вообще много, да. Ты еще не все прошел. А то я уже 20 секунд потратил. Так, так. Так, а видимо, я буду закрывать все эти двери, да? Да, ты будешь закрывать все эти двери. Так, я, по-моему, справился. Нет, 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 еще не все, еще не все. Все? Блин, что-то... Нет, не все. Вот еще одна. Нет, а, не вот все. А, вот еще. Не все, не все. Как не все? Да я вроде все закрыл, открыл. Да не все, не все. Чувак, не все, это говорю. Очень сложно. Подожди. Давай, давай, давай. Я давай, уже... Идет. Подожди. Сколько секунд осталось? 10 секунд у меня осталось. Блин, я не могу пролезть. Подожди, а в смысле не все? Я да все не открыл. Все. Не все. А вот на потолке еще. А как туда попасть? Я не знаю. А, вот, вот тут вот открывается. Давай попробуй. Чувак, все, у меня сколько минута время? Прошла. Да, 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 у меня уже прошла минута. Знаю. Сколько у меня дверей не открытых? Давай посмотрим. Короче, смотри, вот раз, дверь. Раз. Точно я заметил. Так, что еще, что еще, что еще? Вот два. Где, подожди, где? Вот два. Ну да, два. И вроде все. И вроде все. Да. И теперь мне нужно будет их закрывать, да? Да, прям все. Так, посмотри, давай, давай проверим. Все мы закрыли. Ой, открыли. Я тогда включаю гейммод 0. А я спе... Блин, а, вот еще дверь одна. Где? Подожди, 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 подожди. Вот еще одна, вот она. Меня зомби начал мочить. Вот, видишь? Вот эта дверь. Да? Да. Так, три двери, да, получается? Три двери я не открыл. Давай, подожди, еще пролетимся на всякий случай. В общем, три двери я не открыл. Теперь Элвину нужно закрыть все двери, и если он закроет там, и ему останется закрыть две двери, то он победил, да? Да, и включи difficulty, короче, легкое, а то меня сейчас завалят, пока я тут буду бегать. Все. Да, ой, спасибо. Нет, peaceful надо, все. Так, ну что ж, ты готов? Да, давай. Подожди, у меня телефон сел, походу. Нет, все нормально. Так, готов? Да. Раз, два, три. Три. Так, знаешь, что я подумал? То, что я пока буду проходить, я буду прикрывать себе проход, поэтому нужно будет в конце только закрывать их. То есть, пройдя через каждую дверь, нужно ее только закрывать. Ого, ты хитрый. Тебе прям полегче, знаешь, в этом плане? Да, ну, не знаю, не знаю. Как бы в том плане то, что уже все двери открыты, я их могу спокойно найти. В этом? Ну, да. А, блин, подожди, нужно в каждый отсек про... Короче, чекать. У тебя уже 30 секунд прошло. Опа. Yes. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре, пять... Быстрее, быстрее. Вот здесь вот есть, вот здесь вот есть. Ого. Так. Оп, 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 оп. Оп, быстрее, 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 быстрее. У тебя так. 15 секунд. Так. 15 секунд всего лишь осталось, так. Ой, сколько у тебя дверей еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блин, не, не туда. Не туда, не туда. Так, вот здесь. 5 секунд. 4. 5 секунд, серьезно? 3, 2, 1. Так. Все, 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 не беги. Блин, вот эту за. Блин. Да 1, 2. Подожди, 2, 2. Серьезно? Подожди, один. Вот. Один. И подожди, вот, вот эту я случайно закрыл. Подожди, вот где два? Вот здесь вот два. Два. Угу. Ага. Так, еще есть? Вот, три. Где? А, да. Блин. Три. И... И... И все, что ли? Ты все закрыл, короче, остальное? Да, остальное ничья. В целом, нет. У тебя было две двери, а у меня... Три. Нет, у меня было три, а я тебе сказал, типа, если у тебя будет две, то ты победил. Блин. Черт. Короче, сейчас теперь финальное испытание, и от него будет зависеть, кто из нас победил. Все, погнали.
В общем, смотри, правила этой фигни таковы, что я должен сделать овец по парам. То есть я должен каждую овцу покрасить в определенный цвет и сделать, чтобы у нее был друг такого же цвета. Понял? Окей, но ты цвета не должны. Да-да-да. Цвета не должны, окей, короче, повторяться. То есть, если случайно я покрашу овцу в другой цвет, или цвета будут повторяться, то мне начисляются штрафные 10 секунд. То есть, ты понял, да? Прикольно. Прикольно, да-да-да. Давай быстрее. Смотри, быстрее. Летать нельзя, и можно только в загоне это делать. Ну что ж, начинаем. Я нажимаю старт. О, секундомер пошел. Раз, два, раз. Ой, полетел. Два, раз, два. Штрафные 10 секунд. Раз, два, нет, раз, два. Нет, раз, два, нет, раз, два, раз, два, и последний раз, два, я победил, 15 секунд, 16 секунд. А что так быстро? Я не понял. Не знаю, подожди, я потерял вкладку секундомера, 16 с лишним секунд, ну то есть вы точное время сейчас увидите у себя на экране, но типа может там не совпадать чуть-чуть, ну короче 15-17 секунд в таком диапазоне. О, ты уже покрасил их в белый, да? Теперь давай. Я, да. Так, давай. А я на счет три. Раз, два, три. Все, стартуй. Раз, два. Блин, как же это сложно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Подожди, подожди, подожди. Так, раз, два. И еще там, и еще там, и еще там. Yes, все. У тебя такое же время. Ребят, в общем-то, вы видели сейчас результаты на экране. И напишите в комментариях, пожалуйста, кто победил. Нам очень интересно. Но время реально такое же. Победил я. Нет, победил я. Наказывать будем тебя. Ладно, будем считать, что это ничья, и давай подорвемся вместе. Давай, иди сюда, иди в ямку. Я рядом с тобой буду. Подожди, гейммод надо выключить. Ну ладно, сейчас, подожди, давай заложим сначала бомбу. Давай. В общем, это будет очень интересно. А ну подпрыгни. Подпрыгни, подпрыгни. Блин, я хотел тебя завалить. Ах ты хитрый. Так, 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 так. Ну, я думаю, этого хватит, в принципе, да? Пишу гамми моде 0. Эй, эй, о-о-о, чувак, чувак, не на, не бей. Ой. Подожди, не ломай динамит только. Раз, два, окей, три, погнали. Ты чё? А ну иди сюда. Я выжил. Я тоже. У меня полный хп. У меня тоже. В общем-то, ребят, я надеюсь, мы надеемся, что вам понравилась эта серия, так что влепите быстро лусик, и на этом мы закончим. Всем пока. Всем пока.